Это письмо 24.07.42 года. Здравствуйте, дорогие Темочка, Нинуленька и Галя. Имея свободное время, решил черкнуть вам несколько строк. Вот уже 10 дней, как от вас ничего не получал. Что-то стало скучновато. Предполагаю выехать в Мурманск, но задержался. Предполагал выехать в Мурманск, но задержался по независящим от меня причинам. Не знаю, когда угадаю. Из Мурманска ничего пока нет. Пишите, как прошел у вас сенокос, какой урожай, какая стоит погода. Как чувствует себя Темочка и Нинуленька? Собирает ли ягодки и носит ли угощать бабушку? Галя, я послал тебе относительно чего-то. Сообщи, что ты сделала. Чай, что ли, послал? Сообщи, что ты сделала. Целую вас, ваш Я жив и здоров, ваш Крупин. Так, вот еще письмо, это 45-го, вот 43-го года. Здравствуйте, дорогие мои, Темочка, Нинуленька и Галя. Поздравляю вас с наступающим праздником, 26-й годовщиной октября. И желаю вам вместе провести его. Дорогие мои, на днях я получил от вас 3 письма, за которые очень вас благодарю. И рад, что вы здоровы. Желаю вам здоровья и в дальнейшем. Галя, когда будешь писать ответ на это письмо, то обязательно пошли мне мерку с ноги, Темочки и Данюсеньки. Только приклей их кончиком к письму, чтоб не потеряла цензура. Может быть, мне удастся здесь в военторге купить или что-нибудь на ноги, ведь они, наверное, все лето ходили босые. Высланные тобой ранее мерки я с переездом потерял. Когда будешь посылать мне посылки, то пошли мне мои хромовые голенища, которые ты увезла с собой, если они у тебя целы и тебе не нужны. Пиши, как у тебя дело с валенками и у детей. Есть ли у детей на зиму теплые шубки? Какой вам дают паёк? Да и вообще все, что у вас нового. Я живу по-прежнему, здоров, очень. Жаль, что ничего у меня нет послать Темочке. Ну ничего, после войны постараемся все наверстать. Напиши, не слышно ли что-нибудь про брата Ивана. Пока все пишу, жду, целую вас, ваш Михаил. Поцелуй за меня, Темочку и Нинулю.